Тоттенхэм установил мировой рекорд по доходам за сезон. Клубу удалось побить достижения Ливерпуля. Тоттенхэм получил рекордную прибыль по итогам прошлого сезона. Об этом сообщает BBC. Лондонский клуб получил 113 миллионов фунтов, примерно 131 миллионов евро, дохода после выплаты всех налогов. Благодаря этому Тоттенхэм обошел Ливерпуль, который в начале этого года отчитался о прибыли в 106 миллионов фунтов, 123 миллионов евро. Источник утверждает, что доход шпор вырос с 310 до 380 миллионов фунтов, 443 миллионов евро. Основные источники рекордных результатов – продажа игроков, рост посещаемости на Уэмбли и выход в плей-офф Лиги чемпионов. Например, выручка от продажи билетов на матчи чемпионата Англии выросла более чем в два раза, с 19 до 42,6 миллиона фунтов, с 22 до 29 миллионов евро. На зарплаты игроков шпоры потратили 147 миллионов фунтов, 171 миллионов евро, что на 100 миллионов меньше, чем потратил лондонский Арсенал. Также Тоттенхэм заработал 84 миллиона фунтов, 98 миллионов евро, на продаже футболистов. Показатели были обнародованы после открытия нового стадиона стоимостью в 1 миллиард фунтов. Большая часть этой стоимости была покрыта за счет кредитов. Шпоры занимают третье место в турнирной таблице премьер-лиги, на 15 очков отставая от идущего вторым Ливерпуля. Ранее сообщалось, что Тоттенхэм снял эпичное видео о первой тренировке игроков на новом стадионе. По материалам сайта News.com.